Всем привет, вот и новый ролик по крипипасте, как и просили Джейсон Тоймейкер, но перед началом ролика я попрошу вас подписаться на мой канал, спасибо за внимание, ну а мы продолжаем. Фя, Джейсон Мейер, псевдоним, Джейсон, создатель игрушек, Джейсон Тоймейкер, родные, неизвестный, занятие, создатель игрушек, сила, навыки, статус, активный, разновидность, пол, мужской, хобби, изготовление игрушек, цели, найдите кого-нибудь, с кем можно играть вечность, тип пасты, притяжательный серийный убийца, Джейсон, создатель игрушек, монстр, который появляется в одноименной крипипасте. Игрушечник Джейсон — это существо с человеческими чертами, который любит строить и изобретать игрушки. Файлы крипипасты Вики. Рекламные объявления. Джейсон, создатель игрушек, JPG, притяжательный серийный убийца. Другие, как вы, также смотрели. Кэнди Поп, кукольник. Файлы крипипасты Вики. Смеющийся Джек, кровавый художник. Нина Убийца, Лулу, заводной, Кагика. Джейсон, создатель игрушек, монстр, который появляется в одноименной крипипасте. Игрушечник Джейсон — это существо с человеческими чертами, который любит строить и изобретать игрушки. Источник, создатель игрушек Джейсон, существо с человеческими чертами лица, который любит строить и изобретать игрушки. Он выглядит и ведет себя как идеальный друг, но на самом деле он эгоистичный, лживый, собственнический, помешанный на контроле, который убьет любого, кого сочтет стоящим на пути к его цели. Его цель – убедить избранных, все его цели, в основном девушки, дать обещание играть с ним всю вечность. Неважно, насколько избранный сдержит обещание, ведь Джейсону внимания никогда не будет достаточно. Вид. Его дизайн был изменен еще в 2016 году. Его оригинальный вид пальто и шляпа больше не являются каноном, в отличие от того, что изображено выше. Личность. Он терпеть не может оставаться в одиночестве, не выносит, когда центр внимания отдаляется от него, и ненавидит, когда избранный оказывается неблагодарным. Когда он понимает, что избранные не могут сдержать обещания и хотят уйти, Джейсон наказывает их, превращая в восковую куклу, чтобы они не бросили его. Всем спасибо за просмотр, всем пока.